19 марта Таврический колледж Крымского федерального университета имени Владимира Ивановича Вернадского на базе Таврической академии провел Всекрымскую научно-практическую студенческую конференцию «Крым и Россия. Процветание в единстве». В мероприятии приняли участие студенты КФУ, а также учащиеся средних профессиональных учебных заведений со всего полуострова. Цель данного мероприятия – это приучить студента, в общем-то, к необходимости заниматься научными исследованиями. Потому что рано или поздно они придут к тому, что ребятам, имеющим среднее профессиональное образование, надо продолжать его дальше в университете. Ну, скорее всего, большинство из них продолжат в нашем Крымском федеральном университете. Вот. И они должны более обратить свое внимание на тот род научной деятельности, которому они хотят посвятить свою жизнь. Уметь выступить, проанализировать, собрать, систематизировать материал. Это их первый научный опыт. Дальше они будут писать курсовые работы, дипломные работы. Это тоже им поможет. Возможно, кому-то дальше им науку подскажет путь. Более 80 человек представили свои научные работы, которые в соответствии с темой исследования были разделены на три секции – история, филология и экономика. Каждый выступающий получил грамоту об участии в данном мероприятии.